Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы приготовим очень вкусный салат с малосольной ниркой и вялеными томатами. Такой салатик понравится всем, уж это я вам гарантирую. Тонкими полукольцами нарезаем красный лук, в тарелку выкладываем салат-микс, добавляем лук и кусочки малосольной нирки. На листья салата выкладываем немного сливочного сыра и поливаем бальзамическим кремом. Все это великолепие дополняем вяленым апельсином и вялеными с чесноком томатами. Яркий и красочный салат готов. Подаем на стол и наслаждаемся этим кулинарным произведением искусства. Всем приятного аппетита!